одно. Это привитая ветка, видимо. С той стороны оно белое. Белым цветом. Мне кажется, это вишня какая-то. А? Не, похоже на яблоню. Похоже на яблоню. Похоже. С той стороны, где белые. Здесь находится Сабинская пещера. Такая бабочка. Вот она. Здесь рельсы прямо съезд в реку. Если кто-то хочет покататься, можно прямо съехать на этих рельсах в речку. Железнодорожное полотно. Тут дом сгорел, наверное. Старинные храмы, всякие церкви здесь. Интересная местность. Птички поют так красиво. Стать некому, и с вашими людьми никто не хочет работать. Какие так типа будут. Все уже устали. Ну ладно, как бабушка-то? Вообще поела? Какую кашу ты там курежи? Ну, да. Вначале, да, молочка налей маленько, разогрей, туда это картошку перемешай, две ложки столовых положи, перемешай. Она будет тепленькая, не подгорит. Ну, все, она поет. Ну, ладно, давай. Ага, ладно, давай посмотрим. Должно хватить, конечно. Посмотрим. А омлет-то съела, а вчера ела она.